Одна. Ну, кто будет хихилять? Один человек. Справедливость сама собой не восстановится. Так, здесь ничего не видно, пойду с другой стороны посмотрю. Да, здрасте. Ну, здрасте. О, вот здесь хорошо, там сзади автобус кто-то стоит. Атака начнется через 30 секунд. О, нет, Виталик, давай включить автомат. Здорово. Виталик, посмотри в окно. Виталик, посмотри сюда, кто пришел. Они сразу вон там вот. Попробую пока вот так вот сделать. Попался, да, мразь? Там кто-то есть. Ну что? Вверх! Сверху кто-то! Вон, летает. Ну-ка, вот так, как тебе? Хорошо. А как тебе такой вариант? Слышь, мразь! Они еще сверху летают. Так, ладно. О, благодарю. Ну-ка. У меня тут дела остались. Ух ты, ничего себе, нормально так. Прописал. Да блять.
бьет. Это херня еще хиляет, понял, да? Ну твой снайпер, если ты по своим стреляешь, он хилит. Да, этот желтую штуку Е нажимаешь и желтую кружочку кидаешь. Давай, 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 давай. Три. Давай, 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 давай. Блин. Дополнительное время. Нашел! Их там много. Троих убил. Так, я тут. Еще две минуты. Они что, наш груз, что ли, забрали? Да я залезу на него.
Да, это изи было, ты че? Я его в последний раз, короче, гранату кинул и... Yes. Лучший момент матча. Ну ладно, тогда давайте, ладно, ББ. Ай! Я менял. Я штурмовиков менял. Сдал. За Гейзи. Сначала за этого красавчика, а потом взял в последний момент солдата. Возьму. Я понял, что здесь, короче, персонажи зависят от карты. Какая карта? Нужно смотреть, какая карта, чтобы потом уже выбирать этот персонаж. Ну, я умею. Да, даже на этой девчонке тоже. Как-то еще я. Нормальная игра. Значит, на одно. Что? А, вижу чат. Но я не вижу, кто спрашивает про Marvel или DC. Союз мультфильм. Marvel. А чё толк он в группу пишет? Да. Да. Знаю, братан. Я Марвел люблю. Серьезно? А я не знал. Я думал, Марвел это к ним относится. Бэтмен, Супермен и так далее. Вот так?